В регионах, пострадавших от паводков, начнется вакцинация против инфекции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В городе Кульсары Атырауской области после осушки были извлечены трупы животных, а также останки людей с размытого кладбища. Возбудители инфекции неделями пролежали в паводковой воде. В связи с этим главный санитарный врач страны поручил вакцинировать жителей Жилыойского района отряда инфекций. Екі және екі жарым жас кезінде екпелерін алмаған барлық балалар мен жас өспірімдер вирусты гепатит А-ға қарсы егілуге тиісті. Сонымен қатар қызылша аурумен қарым-қатынаста болған 30 жасқа шейінгі барлық азаматтар 72 сағаттың ішінде қосымша қызылшаға қарсы иммунизациядан өткізу тапсырылды. Отмечу, что вакцинация проводится не только для жителей города Кульсары, но и всей Атырауской области. Это обязательная вакцина, от нее могут отказаться только хронически больные, имеющие медицинские противопоказания. Жители, выступающие против вакцинации, должны написать расписку в поликлинику по месту жительства.